Скачки, морковные бои, рыбалка в детском парке. Во время живых уроков школьники проходят задания квестов и просто развлекаются на свежем воздухе. Федеральная программа по экскурсионно-образовательному туризму реализуется в нескольких регионах России, в их числе и Чувашия. На старт! Внимание! Марш! Морковные бои в 3 раунда. Команды разновозрастные, собраны из ребят, которые пришли сегодня в Лакреевский лес. Лапсарские ребята здесь всем пришкольным лагерем. Вместе с ними ученики 56-й столичной школы. 2 отряда проходят испытания от Алешки. Задание 2 другим дает «Червонная королева». Команда моя просто шикарная, обалденная, все быстрые, молодцы. Вроде бы и маленькие, но шустрые. Бег было довольно весело. И мы выиграли. Получили первую детальку. Пазлы сложатся в карту сокровищ. Найти их – конечное задание для команд. Программу «Лето в парке» организуют 3-й год подряд. Квесты и развлечения приготовили для детей в Лакреевском лесу и парке Николаева. На сегодняшний день у нас в проекте «Лето в парке» участвовало уже более 7 тысяч обучающихся. Этим летом мы хотим охватить более 10 тысяч детей. И уже с начала лета у нас более 5 тысяч детей заняты полезным отдыхом. Для школьников есть еще пешие маршруты и промышленный туризм. Дети посещают предприятия города. Живые уроки реализуют в нескольких регионах России. Это федеральный проект по организации летнего отдыха детей. Ирина Волкова, Алина Сусметова, Валерий Рютюков. Республика.